В выставочном зале Союза художников проходит выставка «Мой аул». Это картины, написанные в разных стилях, от академического до импрессионизма, от примитивизма до беспредметного отражения материального мира. Всего 120 аулов. Каждая из выставленных работ пропитана любовью к своей малой родине. Авторы – как признанные мастера, так и совсем юные таланты. Экспозицию могут увидеть все желающие. Мы еще раз убедились, что наши дагестанские художники очень любят свой край, свою родину, свои села. Они огромной любовью написаны. Здесь можно увидеть и молодых авторов, и авторов известных. Здесь можно увидеть иногда у авторов серия произведений. Некоторые представляют по одной работе. Но такая выставка – это хороший проект, это вклад в нашу культуру Дагестана.